Я захожу, когда их утром кормить, я двери открываю, они меня все ждут, сидят на жердочках. Я захожу, им говорю: здравствуйте. Они говорят: когда ты нас будешь кормить? Им не то, что здравствуйте, им покушать охота. Когда я начинаю кормить их, яичко на терочке, морковку, ну они на меня прям садятся, на плечи, на руки, полностью облепливают. Если ты ласково к ним относишься, тогда они будут, да. Но в первую очередь еще, конечно, корм. Если будешь рацион соблюдать, им почти 100% рацион делать, то они будут не зимой и летом выводить.